Анонс и точная дата выхода 12 серии нового турецкого сериала «Беда на голову». 12 серия сериала выйдет в эфир 3 сентября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Ипек и Шахину удалось найти новую зацепку, связанную с организацией. Они не сомневаются в том, что организация причастна к убийству, но это дело было очень быстро закрыто. Шахин вместе с Ипек продолжают дальше заниматься раскрытием преступления, несмотря на то, что им угрожает большая опасность. Все больше они начинают привлекать к себе внимание. А Ипек начинают требовать отчет в отношении проведенной ею терапии с Шахином. Но Ипек и Шахин круглыми сутками продолжают вести свою работу и при этом никому и ни о чем не сообщают. Им практически удалось достигнуть женщины, которая может свидетельствовать против организации. С каждым разом дуэт навлекает к себе еще большую смертельную опасность, но отступать они не собираются. Когда Ипек стала смотреть на Шахина загадочным взглядом, то ей стало интересно, о чем он думает в этот момент. Ипек решила напрямую спросить у Шахина, только он ее не понимает. Неужели ей не удалось на этот раз прочесть его? У Ипек есть определенные догадки в отношении того, чем забита голова Шахина, но она хочет лично услышать от него. Шахин уже готов был все рассказать, но в их разговор вмешались. Напомним, 12 серия сериала выйдет в эфир 3 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.